Новую онлайн-газету на блокчейне планируют запустить бывшие журналисты и редакторы популярного американского новостного издания The Denver Post. Издание под названием The Colorado Sun будет использовать блокчейн-технологию на основе криптовалютного проекта Civil для хранения данных с первоначальным финансированием через платформу Civil. Издание намеревается стать поддерживаемым сообществом, которое будет исследовать, объяснять и информировать, а рекламе места не будет. Сейчас журналисты проводят краудфандинговую кампанию на Kickstarter в попытках за июль собрать 75 тысяч долларов.